Ну вот, ребята, сегодня у нас в гостях гитара китайская Squier Fender. Вот. Наши друзья клеют, видите, прямо на лак подставки. И они потом успешно начинают отлетать. Вот. Ну, меня попросили это уже снять, накладку, потому что она уже отваливалась. Вот, ну, вот первая фаза отпарили, аккуратненько отогрели, вот, сняли. Вот теперь аккуратненько срезаем лак по контуру накладки. Вырезали точно по контуру. Потихонечку счищаем старый клей. Наносим решетку. Вот так. Ну вот, друзья, процесс склейки. На акустиках, если у вас нет длинной струбцины, которая вот сюда не влазит, можете использовать вот такую нехитрую приспособу, которую делаете сами. И к тому же это удобно, потому что не надо сильно вычислять. Поставил по старым отверстиям, где были колышки, сюда и внутри затянул.